видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 76 на странице 15. Эта задача, давайте ее прочитаем. Для похода туристы закупили 96 банок консерва. В день они расходовали по 8 банок. Сколько банок консервов у них останется после 10 дней похода? Выполним краткую запись к этой задаче. Нам известно, что у туристов было 96 банок консервов. Также нам известно, что они расходовали по 8 банок в день и были в пути 10 дней. То есть по 10 дней по 8 банок. Расходовали 10 дней по 8 банок. Наша задача узнать, сколько банок у них осталось. Осталось. Первым действием мы можем узнать, сколько банок консервов расходовали туристы. Нам известно, что они расходовали 10 дней по 8 банок. Чтобы узнать, сколько всего, нужно 8 умножить на 10. Получается 8 банок расходовали туристы. Итак, было 96 банок, расходовали 90. Для того, чтобы узнать, сколько осталось, нужно из 96 вычесть 90. Вычесть 80. И у нас остается 16 банок. 16 банок осталось у туристов. Можем прочитать вопрос, сколько банок консервов у них останется после 10 дней похода. Запишем ответ. 16 банок консервов останется у туристов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.